Доброго времени суток, уважаемые посетители портала UnitedFoBuy. Если вы смотрите это видео, то уже знаете о том, что в нашей группе ВКонтакте идет розыгрыш смартфона iNew L3. Для того, чтобы принять участие в розыгрыше, вам достаточно сделать лайк плюс репост данной записи. И 10 мая среди участников конкурса мы разыграем именно этот смартфон. В коробке мы видим телефон, бампер и защитную пленку, а также зарядное устройство, шнур микро-USB USB и вакуумную гарнитуру. Удаляем заводские пленки. Спереди и сзади уже наклеены защитные пленки, так что в дальнейшем об этом беспокоиться не стоит. А теперь коротко об устройстве. Вы можете выиграть невероятно тонкий, толщиной всего 7 мм, стеклянный смартфон с металлической рамкой, который обладает камерой производства Sony и великолепным 5-дюймовым экраном с HD-разрешением, а также поддержкой 4G. Четырехъядерный процессор в сочетании с 2 гигабайтами оперативной памяти позволяет не только выполнять все ежедневные функции, такие как выход в интернет, звонки и общение в социальных сетях, но и позволит запускать требовательные игры, так как здесь установлен неурезанный чип 6735A. Что ж, ждем ваших лайков, репостов и комментариев. Смартфон уже в России, поэтому победителю не придется долго ждать своего приза. Спасибо за внимание. Всегда с вами портал UnitedFoBuy.